Йоу, гайз, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в игруху немного в стиле стимпанка, немного хоррор. Это Observer. Ну, по идее, хоррор там есть, элемент хоррора. Так, светочувствительные эпилепсии. А перед использованием просканируйте. Короче, будьте внимательны, потому что если вы эпилептик, лучше отойдите от экрана нахер. Вся эта игра использует функцию автосохранения, не выключайте игру, когда на экране отображается этот значок. А год-то 2084. А, на дворе 2000. Если бы мне тогда сказали, что все превратит мир, я бы не поверил. Все началось с нанофагата. Болезнь перехода. Цифровая эпидемия, которая захлестнула мир. Уничтожив тысячу аугментированных людей. Мы договорились, так, дорого заплатили за манипуляцию со своим телом и мозгом. Затем началась война. Большая война. Великая децинация. Восток был уничтожен Западом. Запад был уничтожен Востоком. Проиграли все, за исключением Хирона. Корпорация захватила власть и основала Пятую Польскую Республику. Империя лжи, построена на крови и пепле. Не осталось никого, кто мог бы дать им отпор. И все-таки мы выжили. Так и повелось. Богатые становились еще богаче, а бедные гниют заживо в своих трущобах, отчаянно пытаясь найти способ бежать от реальности. Они боятся меня. Корпорация орудует угнетением. Отвратительная пиявка, которая проникает в ваши сны и пытается высшими страхами. Если не помните, если ты забудешь, вот тогда они позвонили мне, чтобы устранить тебя. Сбор доказательств. Чтобы добраться до содержания самого потайных уголков твоего мозга. Меня зовут Дэниел Лизарский. Я наблюдатель. Окей, это у нас Observer. Если здесь реально будет жутко, тогда это, блядь, будет Обосравск. Я не знаю, ну, сами придумайте. Собираемые объекты. 69 собираемых объектов. Настройки, видео, сразу смотрим качество. Высокая. Вертикальная синхронизация. Ну, нахер надо. Значение по умолчанию. Применить. Аудио. Нормально. Давайте немного музыку потише сделаю. Вот так. Применить. Управление. Посмотреть вниз, влево, взаимодействие с объектом, увеличение, количество действий, локализрение, белое зрение, ночное зрение, бег, приседание. Понял. Геймплей. Та-та-та-та-та, русский, хорошо. Новая игра, поехали. Observer. Походу, это загрузка у нас происходит на данный момент. Нажмите левую кнопку мыши или пробел, чтобы продолжить. Краковш. Лазарский, вы там? Ответил Лазарский. Лазарский, вы там? Почему у меня все расплывается? Это так и должно быть? А, мы типа за компьютер, да, играем робота. Ответил Лазарский. Да, я здесь. С вами все в порядке? Я уже 5 минут не могу вас дозваться. Со мной все хорошо. Наверное, я просто задремал. Выспаться в аду? Какое дело с пожертвователями с нами? Ну, в общем, пока не провернусь. А так и не кажется. Бога. Я серьезно, Дэн. Ваш сигнал распространяется повсюду. Вы уже приняли лекарство? Какое лекарство? А, все, я середину вижу точку. Пока нет. Примите лекарство сейчас же. Вы нужны все характеры. Нажмите среднюю кнопку мыши. Журнал расследований. Вот это, да?
Ну вот, так уже лучше? Да, не хотелось все испортить. Только представьте, так, завтра, конечно, заголовки, еще одна пьяна превратилась. Не стоит так говорить. Это ведь просто... Да, да. Есть работа для меня. Зачем я вам? Просто проверял или нужно ехать в центр? Да нет, просто, наверное, не осталось кого-то допрашивать. Звучит скверным. Да, все довольно плохо. Взрыв снес полквартала, пожар еще не потушили. Там повсюду склоняются мародеры из корпорации, типа обеспечения безопасности. То есть, замечают следы? А, заметают следы. Осторожней со словами. Этот канал находится под наблюдением. Кто это? Как вы подключились к этой частоте? Не узнал? Адам? Да, по крайней мере то, что осталось от меня. Папа. Что случилось? Где ты был все это время? А подальше от тебя. Забавно. Я думал, после стольких лет мне будет легче слышать твой голос, но я ошибался. Адам, не начинай. Понимаешь, я всерьез решил, что смогу это провернуть. Я был так близок к успеху, к тому, чтобы изменить мир и сделать нас свободным. А теперь не могу, не может быть, что я все это, что это было зря. Это невозможно. Скажи мне, где ты, и я приеду за тобой. Блин, па, хотя раз в жизни, просто выслушай меня. Что бы ни случилось, ты должен помнить. Ты это контролировать не можешь. Адам, ты меня слышишь? Ты еще там? Адам? Проклятие. Пап? Папа? Матриарх, покажи идентификационные абоненты. Показываем. Грабинский? Что-то новенькое. Матриарх, определи, откуда совершался последний вызов. Триангулированное координирование. Ну уже. Место расположено определено. Доходной дом, район класса С. Как же так, Адам? Трущобы? Как низко ты пал. Окей. Что ж, переживем. Пошел какой-то психоделик. Как вы поняли, это в жанре стимпанка. По картинкам, по звукам что-то стрёмное. Кибернетика. Да, все пока что как-то не очень красочно выглядит. Короче, какая-то херня, как я понял, эпидемия, война, все уничтожено, только вырвала какая-то корпорация, скорее всего, технологическая эта корпорация. Теперь мой хер знает, что там происходит. Да, начало жутковато. Обсервер. Аж мурашки по коже на самом деле. Так, ну 30 FPS, блядь, мне это не радует нихуя. Не, мои 500 FPS. Журнал расследования обновлен. Тапчик.
Найдите квартиру Адама. Мой сын... Так, связался со мной после стольких лет. Не знаю, что случилось, но у него был такой голос, будто он в беде. Я следовал его звонок, он находился в старом доходном доме. Что это за таблеточка? Окей. Какой-то робот. Эй! А, уборщик. А, это ты сказал? Я думал, это робот. Так, подожди, мне нужно, наверное, графику немного пониже сделать. А, потому что что-то здесь, блядь... А ну-ка, подожди, другое сделай. Качество теней. Давай среднее. Высокое. Выключить. О! Нужно уходить. Полегче, железяка. Мне нужны проблемы. Жилец? Да. Типа того. Имя. Грабинский. Леон Грабинский. Жилец, квартира 07. Первый этаж, через внутренний двор. Повернуть налево, прямо повернуть налево. Да, я понял. Назад и вперед. Спасибо. Дверь открыта. Так, журнал исследований. Консьерж назвал мне номер квартиры, где жил Адам. Направляй сюда. Что значит эти таблеточки, мне интересно. Как закрыть? О, центр. Ой, подожди, здесь есть эти. Сейчас почитаем. Присоединяйся сейчас. Упорный труд и нетерпение – все это, что нужно, чтобы достичь апгрейда гражданского статуса. Полукса. Так, надрываемся на работе? Не теряйте голову. Новый персональный компьютер Полукс обладает и мощью, и дружественным интерфейсом. Переведи дух. Проведи время с семьей. Пусть электронный коллега разделит с тобой нагрузку. Да. Так, это где я сейчас, да, нахожусь? Это все комнаты. Так. Полимат 31А. Ультрасовременный голографический дисплей позволит погрузиться в виртуальную реальность. Мощный процессор справится даже с самым сложными вычислениями. Кинетический интерфейс обеспечит максимум удобства и эффективности. Удержите левую кнопку мыши, чтобы толкнуть дверь. Так, Макрон 6. Татуировочный пистолет. Лазерная точность. Звездочное исполнение. Качества нет мира всего. Вполне приземленная цена. А тут у нас что? Эрата. Безупречно качественные записи, даже в самые тяжелые случаи. Опа. А это что у нас? Так, робот-уборщик, дай, пожалуйста, мне пройти. А, да ладно, мне нужно мышкой теребить. Внимание, граждане, во всей районе класса С начинается комендантский час. Оставайтесь в квартирах и наслаждайтесь выбранным голографическим развлечением. Благодарим за понимание. Так, прошло сохранение.
Фуа! Блядь. Окей. Элементы хоррора. Элементы хоррора, да. Я вас понял. Все-таки они здесь есть. Это статуя? Да, это статуя. Так, это татуировки. Так, он говорил в седьмом. А, первая 17, подожди. Заперто. Вау. Так, наше здание это семерочка. Окей. Пятый. Четвертый под паролем. Пятый закрыт. Закрыто везде. Кто-то стену проломил? Так, ну наш это... Седьмое. Ладно, погнали сюда. Какого черта? Так, давайте, нет, я еще график немного пониже, потому что я не знаю, с чем это связано, что это за херня. Провернуть. Средняя. Настройки видео. Качество в поверхности растения. Блики объектов. Средние. Средние. Окей. Сейчас я все сделаю, проверю, подождите, и пойдем. Ну блин, ну FPS довольно очень мало, и мне это не нравится, понимаете? Они здесь! Они пришли за нами! Помогите, умоляю! 60 хером собираемых объектов. Так, курточка. О, да ладно, там какой-то труп. Адам? Господи. Внимание, уровень нагрузки перевышен. Пульс нерегулярный. Выполняйте введение слабости. Дисперчер, это лицарский, номер жетона 656210. Меня кто-нибудь слышит? Чудесно. Охрененно просто. Хорошо, Дэн. Может быть, это и не он? Не обязательно, что это он. Эффективность функционирования восстановлена. Это лицарский, 656210. Изучаю место преступления.
Нажмите Е, чтобы включить электронное зрение. Нужно проверить компас. Жертва может с кем-то... О. Удержите правую кнопку мыши. ХМ, ну что же. Так, пропущенный вызов. ХН. Модель Гермес 3345. Анализ. Потребительское устройство связи. Предупреждение. Обнаружение незаконной модификации глубокого шифрования. Имплант компас. 6 миллионов вольт, а видимо недостаточно. Дубинка электрошокер. Модель Дамокл TX1. Так, производитель Хиран Инк. Предупреждение. Обнаружено структурное повреждение. Так, нажмите. Крайне средно нервно. Значит, убийца крайне возбужден. Длина. Так, рваная рана. Оружие. Совпадение не найдено. Оружие, скорее всего, когти. Ну все, я могу ходить. Так. Мыша вращать, биологическое зрение, электронное зрение. Запрещенный предмет 45F, также известен как корм. Ты не принадлежился бы к этой гадости. Запрещенное вещество, количество грамм, предупреждение, незаконное происходит. Так, психотропное вещество. Назначение корм. Так. Ага. Ха, прикольно. Так. Подожди, что это? Тебе мало интересовало такие вещи? Что это такое? Так, скрытое хранилище данных. Шифр слишком сложен для моей отмычки. Возможно, с собой... Возможно, так, позже мне удастся его декодировать. Так, модель Enigmas. Блок хранения данных. Производитель Хиран. Предупреждение. Обнаружена незаконная модификация глубокого шифрования. Окей. Хорошо, что тут еще у нас есть? Так, ну это на теплость, да, типа? Опа. Адам, стало быть, это твоя квартира. Впрочем, из этого не следует, что это твое тело. Ага, типа, то мы... Наша мать и Адам. Голографическая рамка. Модель Клео ПМС. Производитель Хирон. Хорошо.
Так, ну по идее все здесь. С кухней мы разобрались. Опа. Bingo. Нашел. Так, подожди. А, я не могу сканировать. Хорошо. Кровь. Вид Homo sapiens. Тип. Совпадение не найдено. Предупреждение. Обнаружено загрязняющие вещества. Не удалось извлечь криминалистические данные. Так, а это что? У жертвы восстановлен микшер. Идентификатор. Идентификация невозможна. Черт. Микшер личности. Модели совпадения не найдено. Производитель совпадения не найдено. Предупреждение. Обнаружено незаконно ПО. Обнаружение нелицензированного устройства. Так, исследуем. Идентификация не выполнена. Время смерти около часа назад. До того, как он позвонил мне. Человеческое тело. Пол мужской. Вес 70 кг. Рост 175 см. Тип крови. Ошибка. Предупреждение. Не удалось извлечь криминализационные данные. Кто-то оторвал ему голову. Голову удалили уже после смерти. Возможно, ее забрала убийца. Мотив не ясен. Рваная рана. Анализ. Рассеченный шейный отдел позвоночника. Рассеченная сонная артерия. Совпадение не найдено. Странно. Так, что у нас здесь есть? Поехали, сканер. Снова кровь. Эта панель накрылась. Должно быть, сигнал... Так, попадает откуда-то еще. Панель безопасности. Модель Тейзер. Производитель Хирон. Предупреждение. Обнаружено структурное повреждение. Так, ну объекты, которые неизвестны, они нам подсвечиваются. Но это в основном, чтобы исследовать кровь, как я понимаю. Кровь мы исследуем немножко потом. Корпорация Хирон. Высокий уровень доступа. Ну, вроде не поддельный, но срок действия истек. Чирен. Так, уведомление. Имя. Адам. Фамилия. Лазарский. Работодатель Хирон. Должность засекречена. Уровень доступа А. Предупреждение. Срок действия удостоверения истек. Так, поехали, скан. Ух ты ж, ё-моё. Сопутствующий ущерб или уничтожение улик. Так, на заказ производитель. Совпадение не найдено, предупреждение, обнаружено структурное повреждение. Так, окей, тут что у нас? Напечатано на настоящей бумаге. Не ожидал такого
архианизма. Опа. Процессор. Церепсик 7. Тут еще. Почему пишет типа информацию? О. Так, тепловое излучение. Материнская плата. Так, производитель Matrix 650. Так, и что же от меня хотят? А, Кейта взломать. Ага. Четыре. Четыре. Выйти. Что, у нас есть какие-то улики, либо типа того? Окей. У нас точно есть четверка в пароле. Это мы уже узнали. Так, подожди, подожди, подожди. Четыре. 0044, походу. Ноль ноль четыре. Это очень просто, правда? Три три. Где-то должен быть пароль, мне кажется. А вот где пароль может быть? Как узнать, с чем я могу взаимодействовать? Здесь чем-то могу, здесь чем-то могу. Мне кажется, нужно сначала это все дело открыть, а потом я смогу выбраться отсюда. А, 1984. Ну вот. Че это, чертя побери? Так, географическая библиотека. Агаркот X02, производитель Херонс. Так, у тебя он тепловые какие-то. Так, ад в центре города. Трагический случай или такая атака повстанцев? Письма. Почта. Они знают.
Они знают. Я знаю, что ты так занятый человек и все такое. Прочее, так. Прочее, но нам нужно поговорить. Срочно. По-моему, они следят за мной. На этот раз по-настоящему. Я почти уверен, что вчера как-то шел за мной до дома. И сегодня я видел этого странного парня из окна. Он просто стоял там. Если ты не можешь гарантировать мою безопасность, то я выхожу из игры. Мне и так проблем хватает. Хэн. Так, осложнение. Пока наш маленький ослик тащит повозку, не беспокойся, я с ней справлюсь. Она не такая, как мы. Она понимает, что влипла по уши. И это ее так ужасно пугает. От простого ума нельзя ждать слишком многого. Ты пока сосредоточься на своей работе и оставь человеческие факторы нашего проекта умнее. Успокойся и сохрани концентрацию. Помни о награде. Держи. ПС. Рад, что тебе нравится экземпляр. Мне кажется, в нем схвачена суть того, чего мы пытаемся добиться. Оу, щет. Так, трагический случай или атака повстанцев. Аварийные службы все еще работают на месте происшествия после чудовищного взрыва, который придавил дыру в некоторое безмятежного дела и части Кракова. Насколько сейчас известно, взрыв произошел в центре исследований и разработок корпорации Хирон. А хотя краковский полицейский департамент и сотрудники корпорации совместно проводили поиски и работы, спасательные команды, прочесывающие места трагедии, еще предстоит найти выжившие среди обломков. А точнее, число погибших пока не установлено. Однако, согласно нашим источникам, никто не высокопоставлен лиц корпорации Хирон в этом происшествии не пострадал. Что касается причин взрыва, первые сообщения указывали на сбой в работе реактора. Однако, одна из руководителей корпорации, пожелавшая остаться неизвестным, поделилась собственными соображениями на этот счет. Мы пока ничего не исключаем, но на всем этом большими буквами написано «террористы». Именно такая же жесткая и трусливая тактика отличает антипублицистских повстанцев. Скорее мы сделаем официальное заявление по данному вопросу. Если за тобой взломная атака действительно стоят повстанцы, их цель остается загадкой. Центр проводил гражданские исследовательские сородические главным образом на разработке новых и усовершенствованных нейронных связей и других потребительских документов. Какая бы третья сторона не была вовлечена в происходящее, ее единственное стремление было посеять хаос и разрушение, вселить страх и в сердцах широкой общественности. На просьбу высказать свое мнение, инспектор полицейский Роберт Пикула отреагировала немедленно и строго. Руководитель корпорации Хирон оказывает полную поддержку в этой ситуации. Затем он удалился в патрульную машину, явно потрясенный сегодняшней трагедией. Мы будем держать вас в курсе дальнейших развитий событий. Документация. Поврежденные данные. Все поврежденное. Так, подожди. Вернуть безопасность. Открыть ворота. Закрыть ворота. Я деактивировал охранную систему квартиры. Покидаю место преступления. Окей. Что здесь у нас еще есть? Синхронизация получена. Что это? Синхрозин. Количество 500 миллиграмм, наименование синхрон, предупреждение, мощный стабилизатор аугментации. Рекомендуется строгий контроль дозировки. Запах синхронизации восстановлен.
Так, в принципе, все, да? Здесь больше ничего такого не наблюдается. Слушайте, в принципе, игра довольно прикольная. Давайте, я думаю, на этом мы с вами остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и... Нет, это никуда не девается. И всем пока.